Всем привет, меня зовут Лина, это Baldur's Gate. Мы с вами продолжаем офигевать от всего, что тут происходит. Так, работает, вроде все в порядке. Так, Рая Облодра. О, боги, неужели это ты? Прошу прощения за беспорядок. Твоя кровь оказалась куда нестабильнее, чем я ожидала. А наша кровь стала причиной взрыва? Это прорыв к кровавых искусствах, равного которому мир еще не видел. Великий матриарх вынужден будет вернуть дому Облодра былое величие, когда я представлю ей свое исследование. Однако, что я все о себе, да о себе, когда на моем пороге стоишь ты, чья кровь поистине уникальна? Если ты зайдешь внутрь, мы с тобой можем обсудить вещи куда более интересные, чем политические дрязги, дроу. Кек. Ладно, в чем бы и нет. Да, тогда следуй за мной. Расписной герой? Чё? Народный герой Минска, запятая, уи, увидимо, не, да? Получить от Оскара свой портрет? Ты что там делаешь? От какого Оскара ты свой портрет получаешь? О, уютное место, не правда ли? В этих четырех стенах творились алхимические чудеса, которые не видал даже Ургнат Дорунд. Итак, ты здесь, и алмаз моего исследования совсем скоро будет огранен. А тебе потребуется только выпить формулу Грана. Подожди. Там что-то происходит, короче. Ключ от люка каменных карминных настоек. Люк? Тут есть люк. От меня требуют выпить какой-то странный что-то там. Мне это не нравится, если честно. Формула Грана? Именно. Формулы с арку по Фруак оказались невероятным шиком, но Гран... Совсем другое дело. Можешь мне поверить. Что она делает? Когда ты впервые вошла сюда, ты увидела воочию все скрытые дремлющие силы в твоей крови. Формула Грана поможет высвободить эту силу внутри тебя. Формула Грана поможет высвободить эту силу внутри тебя. Низкий риск присутствует, но это совершенно безопасно. Мне кажется, ты зелье, от которого ты можешь взорваться, это, пожалуй, уже слишком. Ну, кстати, да, то есть, есть некие риски, но это совершенно безопасно. Я сохранилась. И давайте попробуем, что будет, если мы выпьем. Замечательно, я вся дрожу в предвкушении. Уже забыла, когда последний раз со мной такое было. Так, встань вот там, подальше, и пей залпом. Таинственное зелье. Я взрывоопасна. Я горю, как минимум. Хватит ходить туда. Ты куда ходишь? А, у тебя еще внизу есть что-то. Слышь? Ладно, для пепла можно найти новое применение, хоть и отчасти. О, небо! Ну ничего себе, ты жива! О, просто невероятно! Аж голова кругом идет! Ты ждала моей гибели? Ни в коем случае, радость моя! Я очень рада, что оказалась права. У тебя там пипец вообще на заднем фоне творится. Ты первая в мире взрывоопасное кровоточащее создание. Иными словами, твоя кровь теперь может взрываться. Бабах! From this day on, your blood goes boom. Boom. Big boom. Big boom. Это просто невероятно.
Для этого нужна всего лишь искра. Ну, а это может меня убить? Разумеется, нет. Но твоя кровь отныне может покалечить любого, кто пустит тебе ее без явного разрешения. Спасибо. Уверяю тебя, я уже получила свою награду. Это исследование вновь выведет дом Облодра на передний край науки Дроу. Благодаря ему моя кровная линия будет под надежной защитой на протяжении многих поколений. А теперь позволь предложить тебе выгодную сделку. В обмен на самый крохотный инфокончик твоей поразительной крови я дам тебе нечто такое, что очень поможет тебе против твоих врагов. Взамен я попрошу чисто номинальную плату. Так, ты уже взяла у меня нормально крови, так. Радость моя, ну зачем же так грубо? А зачем тебе нужно еще больше крови? Без убедительных доказательств мое исследование не будет иметь ценности. А доказательства есть, оно бежит по твоим жилам. Мне и понадобится это совсем чуть-чуть. А тогда я наконец начну жить по-настоящему. Ну ладно. С тобой очень приятно сотрудничать. И ты дыши, она... взрывается? Инновации в алхимии Джахира получает вдохновение? Серьезно? Я получаю вдохновение? Ривер, подождите. Бонус к братам атаки меткой охотника? Вообще, насколько я помню, у нас у Минска есть метка охотника, а у Shadowheart есть направляющий луч. Поэтому вполне можно. На Джахиру надеть. Это куча красок, да? Черная, летняя, зеленая. Лаймовый. Так. Рывок, волшебный рывок. Преимущество при бросках атаки. Помеху при испытаниях. Игнорируйте. А, вот это Минску надо дать. Зелье невидимости, токсин виверны, и шляпа наносит удар громом. Ладно, пусть пока так будет. Пока так. Есть что тут? Блин, а Джахира все еще без сапог. Ой, точно, мы же можем вот тут. А мы нашли, получается, в центре города торговца. Да? Мы нашли, получается, в центре города торговца. Великолепно, я считаю. Дополнительную ячейку заклинаний нам не надо. Я взяла колечко на Минска и диадему на Джахиру. Ну, сейчас можно сапоги взять. Ну, просто чтобы были, ладно. А то я про нее постоянно забываю, как не заглядываю в сундук, там постоянно что-то, что мне очень странно выглядит. Ревербация. Какая ревербация? Что такое ревербация? Плащ теневого убийцы. Кстати, теневого убийца, блин. Это надо Минску тоже. Ща, Минск, мы тебе дадим. Подчинение гуманоида. Дикого брони и испытания. Все, да? Замечательно, великолепно. До встречи! 306. Мы пережили последствия потребления экспериментального зелья, которое Арай Облодра приготовила из нашей крови. Теперь по жилам словно течет огонь, и кое-кто желает угостить нас зельями взрывной крови. Я надеюсь, что это, конечно, никак нас не дебафнет особо при попытках как-то коммуницировать с людьми. А там еще какой-то деревянный люк, да? Хать! Тебя застали. Бросить взято. Кек, что? Да я пойду там вскрою! Следи за собой. Да пошла ты. Поймала она меня, думает. После этого залезть в куда-нибудь, это моя святая обязанность. Ничего не знаю. Где диадема для Джахейры?
Я буду помечать меткой охотника и направляющим лучом, а после этого... да, а после этого оно, в общем, будет, да. Добавить товары. Так, шляпу я, пожалуй, отправлю в лагерь. Вот это амулет гения чар, я тоже не знаю. Наверное, тоже... Я по привычке уже отправил в лагерь. Броня благословения. Нескончаемая верность. Добавить в товары. Так, а больше ни у кого нету, да? Тут у нас получается атаки, дополнительно 2 урона, если в окружении. Умение воспитания мудрости, потому что у меня вот эта женщина на мудрость, да, сражается. И все. Я пойду сейчас вскрывать тогда твой люк. Вскрываем люк Арая Бодры. Бля, в смысле? В смысле критический провал вообще? И Юрк. А сейчас там ты дымс, а тут куча этих... Абсолютистов, да? А, растяжка. Обезвредить. А я на себя не могу бардовского вдохновлять, да? Ну ладно, с кем не бывает. Как говорится, творец сам себя вдохновить действительно не может, да? Чё тут у нас? Офигеть, у тебя тут... бихолдеров. Наблюдатель? 6. Масло миниатюрности, наконец-то прорыв. Братья с крови, что я получила от искателя приключений, это редкостная находка. Эта кровь горяча, она бурлит и не поддается. Час центрифуги, и она даже не подумала разделиться. Я вскипятила и вновь сконденсировала ее. Она стала в точности такой, как была изначально. Крохотные капельки ее готовы цепляться даже за самую непригодную для этого поверхность. Жидкое золото, соль, сера и ртуть, волосы, мелая глина. Из нее получится особый отвар, способный адаптироваться к любому стихийному качеству. Ну что же выбрать? Образец элитистского паразита? Серьезно? Still as stone? I have had the practice. You have a practice сейчас будет. Кто? Вы видите вот, это, вот эту жесть? Мне кажется, она хрень какую-то с нами сделала. Да подожди ты говорить. Господи, отстань. Ребята, вас вообще не смущает, что тут куча людей лежат в непонятном состоянии? Ну, то есть, ну, как бы, ребят. Тут... Вам наплевать, да? Она реально какая-то... Ой, господи. Металлическая пиявка. Хирургическая пила. Расчлененное тело. Отрезанный таз. Жесть какая. Радужка бихолдера. Так, паутинную железу. Заберем. Кварга еще какой-то. Так, и Минск What? Сейчас у нас кроет еще здесь. Я думаю, блин, вот Джахира, конечно, у нас не полностью докачанная. Я хочу докачать все-таки сопартийцев, их одобрение, чтобы они прям максимальные были. Гигантский паук, серьезно. Блин. Что за жесть?
она... Пипец. Она реально... Она какую-то хрень вообще там у нее происходит. Привет, моя радость. Если у тебя еще осталась кровь, которую ты не прочь поделиться, я с радостью дам. Что у тебя на продажу? Я тебе больше никогда не дам свою кровь. Что это жесть. Я у тебя увидела нечто ужасное в твоем подвале. Я не знаю, как это вообще развидеть теперь. А, у меня недостаточно золота. Серьезно? Конечно же, серьезно, блин. Разве будет шутить с тобой персонаж этот? Я так долго искала торговца в центре города, что убить его теперь, ну, такое себе. Так. А что мы делаем дальше-то? У нас тут есть большой дом. Вот здесь вот, кстати, там что-то происходит. Интересно. По-моему, в нем еще не были ни разу. Не были ни разу. Подожди, стой. Там что-то есть. Кувшин с пивом, темно-сиреневая краска. А вам посрать, да, то, что я сейчас это делаю? Пей до дна. Так, а это смущенная русалка. На свиданку? Ты шутишь, что ли? В городе вот-вот начнется резня. Ну и потом мы отплываем с первым лучом солнца. И что? К тому времени я уже вернусь. Дружище, я тебя знаю, ты на свои собственные похороны опоздаешь. Послушай, забей на эту свою свиданку, а на следующей стоянке что-то там будет. Лучше вам поскорее убираться из города. У тебя свидание, Номи? Старушка, на архипелаге Мудши мы швартовались, когда в нас Фомор камни швырял. И ничего, жив, как видишь? Ты слишком переживаешь по пустякам. Давай-ка уже допивать, да расходиться, не хочу опаздывать. Ладно. Смотрите на эту летающую кружку. Эти магия. А если я Минском? Господи, оно снова... В ее глазах читается любовь и забота. Явно более чем просто дружеская. Ты разве не видишь, что она любит тебя и переживает за тебя? Лучше послушайся ее. Любит? Ну, это, пожалуй, перебор, но я правда беспокоюсь за тебя, дружище. Без тебя наш корабль осиротеет. О, а знаешь, я падок на эти розовые сопли. Ладно, пес не со свиданкой, но тогда возьмем еще по одной на дорожку. Ты ее угощаешь. По рукам. Кек. Вот если бы ты пришлось выбирать между полутемным и светлым... Полутемным и светлым, на твой вкус, было лучше. О чем ты? Полутемное или светлое? Ни то, ни другое. Наполнисать, по углам не срать. Если что разобьешь или сломаешь, придется заплатить. Затеешь драку, капитан Гризли лично насадит тебя на вертел. Все ясно? А если очень сильно захочется? Кружку ссы, тут все так делают. Ладно. Вот хорошо, добро пожаловать в смущенную русалку.
Мне кажется, русалка тут маленько офигевшая от того, что они делают. А, у него куча жрачки, да? Ну, жрачки так жрачки, ладно. Дубовая дверь, которая ведет куда-то. Сейчас заглянем. Подвыпивший посетитель. Похмелье. Жуткое. Проваливай. А я еще работаю по музыкальной части, желательно. Боюсь, что все эти места уже заняты, дружище. Правда, им медведь на ухо наступил. А что за услуги? Выпивки полно в баре. Что же до продолжения, боюсь, я для этого уже старовато. Хотя ты, конечно, само очарование. А разве капитану не нужен корабль? Ты на нем стоишь, дубина! Во всяком случае, внутри него. Пускай русалка уже не бороздит моря, она все равно навсегда останется моим кораблем. Мы внутри корабля? Роскошный сундук! Да, господи, ну идите вы в зопу, ладно. Что тебе надо? Пап, я же не корова, которую можно продать на рынке. Лапуля, я тебя умоляю, кредиторы скребутся в дверь. Этот брак спасет наш бизнес. Просто посмотри на сына Нильсенов одна встреча. Ради нас, ради твоей семьи. Извините, сударыня, всего один вопрос. Вот если бы вы вышли замуж за незнакомца, чтобы ваше семейство купалось в золоте. И мне даже думать об этом противно. Но я думаю, тебе стоит хотя бы с ним... ну, посмотри хотя бы на него, вдруг он красивый. Видишь, я скажу твоей матери, пусть договорится. Ну, пап... Ни слова больше. Познакомишься с этим Нильсеном? Он тебе понравится, обещаю. Капитан этим молодцам оторвет голову, если не заткнуться. Ты погляди, не уходи, весело будет. У вас тут чувак лежит. А вы кому хлопаете? А скажите... Я тоже похлопаю. Мне много пить нельзя, а то вдруг капитан позовет. Она любит, чтобы за жемчугом понырять, да под килем пройти, а еще бажу развернуть. Ты же понимаешь, о чем я? Чистосердечное признание? Что? Да возьми его уже. Сука. Чё за чистосердечные? Где? Шиммер золото моё, я туда-сюда плавал по побережью мечей 40 лет, на такой красоты, как у тебя, что прям ножом в сердце не видывал. Я и мечтать не смею, чтобы с кем-то вроде тебя вечерок провести. У тебя поди воздыхатели полон город, днем и ночью в очереди стоят. И уж точно побогаче, да покрасивее, чем я. Но я все-таки жажду, молюсь и надеюсь, что ты мне хоть прятку с волос своих подаришь, чтобы я их у сердца носил. Прошу и знаю, что скорее Умберли мне во дверь постучится и в койку уволочит, чем я дождусь от тебя ответа. Но ежели ты меня все-таки уважишь, старому моряку будет счастье. А, у нас тут находится... Видимо, чья-то цель, да? You know, Captain Grizzly. Мы должны были, видимо, кого-то тут сберечь, да? Если ты из поклонников герцога Гордоша, могу посоветовать тебе утопиться в гавани тут рядом совсем. Хочешь совет?
Не вздумай пить тут долг. Я каких-то сраных 6 месяцев не платил. И тут приходят ко мне такие: плати или ноги вырви. Что за придурки, а? Так интересно. Я вообще как бы думал, кто-то мне здесь квест выдаст, например. Например, не? Сладкоголосая сирена. А где сирена? У нее голова болит. А эти кричат. Ребят, надо как-то заткнуть, видимо, чтобы у капитана перестала голова, да? Королева далеких морей. Нет, не работает. Мой друг, теперь, когда мы решили вопрос с гильдией, боюсь, я должен тебе кое-что сообщить. И тебе, и Бу. Вас это, наверное, потрясет, но Минск и этот каменный лорд, они один и тот же человек. И этот самый человек, это Минск. О нет, какой ужас, не может этого быть! Прошу тебя, друг, твои благородные слезы не облегчат моего признания. Мне хотелось верить, что зло каменного лорда было из-за червяка, который сгваздал мои мысли вонючим навозом. Но теперь я вижу, навоз был в Минске с самого начала. И вот я думаю, если Минск может быть злодеем, девятипалой героиней, может ли так быть со всеми, и у всех есть внутри добро и зло? Бу говорит, что это чушь. Меньше думаю про плохие мысли, он говорит, больше ломай плохие кости. Я все-таки хочу услышать, что ты думаешь на этот счет, друг. В каждом из нас есть что-то доброе, просто в некоторых оно запрятано уж больно глубоко или настолько глубоко, что его уже не достать. У Девятипалы, наверное, все добро было в том пальце, которого она лишилась. Придется Минску и Бу стать ее благонравным мизинчиком. Минск одобряет. Это странно, червяк все еще сидит у меня в голове и выкручивает все мои мысли. Но это ты показала Минску, что мир может быть другим. Вот кто истинный паразит. Во всем есть добро и зло, значит, пойдем крушить негодяйские черепа, чтобы из них вытекла на свободу добродетель. Абу, я и правда стал немного философом. Я вообще думаю, я сейчас сыграю, и они перестанут головную боль капитана мучить, но походу нет. А чё тут-то? Дубовая дверь. А почему мы опыт получили? Золото? Откуда? Каким образом? Спасибо. А, вот отсюда она забралась. Она, короче, походу медовуха ужралась. Пипец тут вообще моряки. В общем, контент был чисто в самом начале. Замечательная новость. У вратах Балдура теперь новый герцог. Мне кажется, у Горташа все получится. А вы так не считаете? Мы тут, гляди, в оба. Капитан всеми силами пытается не придавать это дело глазки, но я слыхала, что здесь ребенка похитили. Что произошло? Точно не знаю. Так, слуги ходят.
слухи. Но все это началось, когда в город стали пускать кого ни попадя. Всякие нищеброды вламываются в чужие дома. Сама видела, как кучка оборванцев влезла в одно из заброшенных зданий неподалеку. Скэты! Ничего, лорд Гортер со всем этим разберется. Дом неподалеку? Чё у вас там происходит? У тебя все хорошо? Бухая кто-то. Так, Арай Абуодра. Берег свалки, бог гильдейскую таверну. Киот штормового берега. Трибунал убийств. Трибунал, это, короче, Орен, да, видимо? Надгробие. Василисковые ворота. Я пытаюсь понять, что делать-то дальше, потому что серия-то какая-то грустная получается. Что у нас по квестам осталось? Починить или уничтожить старый мозг, вывести из строя, обдумать предложение Горташа, спасти жертву Орен. Забрали мерзкие трофеи. И можем прийти в трибунал владыки и выяснить, как попасть в храм. На трупе мы нашли пароль. Сбор союзников. Девятипалая. Флорик с огненными кулаками. Арабелла. Хальсин и Вова. Избежать сделки, выполнить сделку, освободить Орфея, принять свой потенциал, спасти великого герцога. А где Оскар? Вампирские отродья. Песня... А, Лора Акин, кстати. Точно, есть же это... Но мы все еще бегаем с Джахейрой, в принципе. Пока ее не вкачаем до финалочки. Шэдохард просто очень полезна, поэтому с ней не хочется расставаться. Вот, у Джахейры там чуть-чуть осталось. Она как раз вместе с Минском одинаково качается. Вот они вместе и будут у нас прокачиваться. Что за землетрясение, Лё? Дальше можно только работникам. Так, нам надо тогда с Лораки. Нам... Малец нашел своих предков с кишками наружу. Ну, хоть не видя, как это было, слава богам. Ну и подонки же водятся в этом городе. Я потерялся, а потом вернулся и нашел маму с папой, но они не встают. Простите меня за то, что убежал. Бедный парень нашел своих родителей вот в таком виде. Трагедия, конечно, не то, чтобы мы могли ему помочь. Труп никак не реагирует. Трупу нечего сказать. И типа все? Серьезно? Это просто непонятно что? Ну они просто мертвые. Ну подумаешь. Спросить, кто убил, как убил. Наследство для ребенка нет? Капусту? Какую капусту? Ты вообще про какую капусту говоришь? В смысле тебе большого труда доставлю? Ай. Так, мне назад. Моя капуста, моя прекраснейшая капуста. А, вот это вот капуста. Группа поддержки против корги? Чего?
Чего? Внимание! Проклёва корга! Потеряли близкого в результате сделки? Знаете, вы не одни. Присоединяйтесь к другим, пережившим вероломство корги в курятнике барена. Поодиночке мы уязвимы, но вместе можем дать коргам отпор. Курятники барена. Ну, пойдемте. Да, мне было лень пройти лишние несколько. Минск. С Минском, конечно, вскрытие становится прям неплохим. С меня хватит! Метель внутри дома, хлещущая из окон кровь, а теперь кошка мистера Уимбли блюет жабами. У бедняги сердечный приступ случился, когда он это увидел. Я понимаю, что вы, ребятки, пытаетесь сражаться с коргами или что-то у вас... И ладно, честное слово, но я не хочу рисковать хорошими отношениями с соседями, лишь потому, что вас хватило дурости повздорить с коргой. Плату за следующий месяц можете оставить себе. Я хочу, чтобы к завтрашнему утру духу вашего тут не было. Обитатели курятника навлекли на себя гнев корги, и домовладелец их выдворил прочь. Серьезно? Заметки об исследованиях. Анатомия корги. Короче, ничего полезного нету тут, да? Плакат. Едва читаемое письмо, кстати. Тетенька Древа, клет нашел жилье. Раньше здесь жил миленький старичок по имени Гарл. Но вот сосед сказал, что он здесь больше не живет. Клет думает, что это идеальное место. Тут мы можем прятаться от корги. Или сражаться, или что ты еще придумаешь. Клет точно знает, что у тебя будет хороший план. Клет будет ждать тебя у столины Гарл. До скорого, Клет. Ну да. Мы пообнаружили письмо. Дом старины... Карл. Господи, просто меня, походу, да? О, все карты метают. Мне надо куда-то... Ой, котик. Мольто? Может, ты мне что-то расскажешь? Котик. Это был один день в городе лжи. Врата Балдера, город, где двуногие молят о справедливости, пока не умрут от голода. По воле Рока в тот день сошлись твои герои, и взгляды встретились, колеса судьбы завертелись, вовлекая обоих. Незнакомцы, разве что в самом банальном понимании. Здесь зарождалось что-то невероятное. Двое героев в погоне за справедливостью, чего бы она ни стоила. Тому, что повыше, нужно было просто сказать «да». Да, пойдем со мной. Высокая двуногая не прошло первое испытание на осторожность. А вдруг кот оказался бы врагом, а невозможным другом? Что ж, может быть, просто не судьба? В смысле просто не судьба? Я сейчас добегаю, там ничего нету, да? Или мне заново надо будет делать квест? Потому что когда я прожимала F5, я, блин, прожимаю F5 либо через каждые 30 секунд, либо я прожимаю F5 раз в час. И то не очень хорошо. Скажи, что я сохранилась после того, как я вышла из дома корги. Да? Нет! Ну нет! Ну нет! Нет! Стой в стене, ты наказана! Ладно, котик того стоит.
Сейчас просто заходим, все быстро утаем. Типа прочли. И сейчас нам надо бахнуть разговор с животным и зайти за дом. Давай, котик, скажи, что ты... Да, ты тут! Вовлекая обоих. Прости, нашим судьбам не дано переплестись. Двуногое создание выдержало первое испытание. Ему предстоит пройти второе, но не раньше, чем оно будет готово. Когда оно будет готово? Это не знал никто, кроме двуногого и судьбы. То есть мне надо отдохнуть и прийти к тебе попозже, да? Кот-философ, кто бы додумался до такого? Что за дом во вреннике? Давайте я его скрою. Ну, мы, скорее всего, уже до корги дойдем на стриме. Потому что я пока повскрываю все дома в этом городе. Ребят, не обращайте внимания, я просто вскрываю дом. Трупу нечего сказать. Труп остается безмолвен. Цель не должна быть животным. А, люк. Что тут произошло? Дом с пауками? Серьезно? И летит? Так, видимо, эта серия будет прям длинной, потому что я уже предвкушаю. Что здесь произошло? Что за хрень? Хольмульвуд, чтоб вы сдохли. Данс, и что-то солнечная рыба. Копия. Что? Чучело Синда, сделавшая из одной себя несколько. Что толку от ее копии? Она считала себя воительницей, но лишь ее кровью пропитан песок. Ниже красуется преувеличенно сложная подпись, написанная кровью Орин Красная. Это же Элитит. А Элитит может со мной поговорить? Труп остается безмолвен. Это тело жертва или какая-то демонстрация? Нога клоуна? Это тут типа мы должны будем... Клоуна собирать.
Серьезно? Я думала, тут будет какая-то драка, а тут, походу, просто надо будет тело выложить. Интересно. Я просто немножко офигела. Я вот прихожу, а тут как бы вот это вот все происходит. Ну, ладно, у нас уже был за эту серию котик. Я считаю, что все прекрасно. Господи, куча пауков. Ладно, давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Вам буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Также подписывайтесь на ВКонтакте. У нас есть Телеграм и Дискорд. Я говорю, подписывайтесь на YouTube. Подписывайтесь на YouTube и лайки ставьте, комментарии, да, если еще не сказала, если еще не сделали это. Всем хорошего утра, вечера или ночи. В зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.